нас отправили на охрану. Смотрите, вон они! Вас ожидают на плацу, только вам. Последние дни вы очень плохо себя показывали. Мы каждого понижаем на одного звания. Командиров снимаем. Вот у нас весь, дорогие друзья. Рад приветствовать вас в нашем сериале «Путь рядового диппера до генерала». Если что, как обычно, я играю на сервере United SVRP. Все ссылки будут в описании. Заходи и играй вместе со мной. Если что, шестая серия выйдет только при достижении 1111 лайков. Так что не забудь поставить свой лайк. Также обязательно подпишись на канал. Ведь чем больше подписчиков будет, тем круче и лучше обязан быть контент. Классно я сказал. Ну а всем я желаю приятного просмотра. Кстати, я вижу, как летают вот эти вот комментарии. Вопрос, а почему там не летает твой коммент? Странный вопрос, согласись. Поэтому давай это исправим. Спускайся вниз и пиши свой личный оригинальный комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий ролик. Так что дерзай. Ну что ж, бро, как ты, наверное, заметил, у наших 99-х даже имеется новая база, да. И сейчас мы, наверное, что-то будем обсуждать. Здорово, парни, как оно? Отлично. Че это за планета? Это наша, что ли? Привет, Диппер. Это, да, это наша планета. В общем, смотри, наша нынешняя задача будет удержать вот этот аванпост. Нас отправили на охрану, потому что сейчас близится атака дроидов, и мы будем его охранять. Ага, то есть это наш аванпост, да? Я думаю, это наша база. Хорошо, я понял. Будем делать сейчас красиво, без проблем. Ой, я там каких-то бомжей вижу. Это бомжей вижу, смотрите, вон они. Ой-ой-ой, походу нападение, походу. Блин, а у меня только крюк один из оружия. Блин, я сейчас сдохну, ребят, охренеть. Нет, у нас же там... Оу, мафака. Чё, боже, что происходит? Блин, так, ладно, надо сдаться в плен. Это, ребят, тактический плен, тактический. Я сдаюсь. Блин, они далеко. Главное, чтобы меня не убили, они меня не слышат. Вон они, бегут, голубчики. Так, аккуратно. Так, блин, я даже не знаю, что нам делать. Они вообще понимают, что там меня нет. Я сдаюсь. И не убивайте, я сдаюсь. Мы нашли, кого искали. Что это было? Господи, мой Гарбл, где? Охотник! Чё, где я? Охотник, тех... Этот, Крушило, Громило, ты где, братья, вы где? О май гад, это что, всего лишь сон был? Где я нахожусь? Это сон или я перепил немного? Капитан Диппер, срочный сбор на плацу, важное задание, только вас ждем. Капитан, я? Чё, капитан, какого, что? Я чё, реальный капитан? Подождите, надо вызвать рядового. Рядовой, скажи мне, кто я, капитан или или лейтенант? Лейтенант. Лейтенант. А, ладно, забудьте, у меня сон был хороший. Вас ожидают на плацу, только вас. А, ну побежали, рядовой, побежали скорее. Здравия желаю, а у нас же плац. Здравия желаю, точно. Блин, похоже, я один перепил, потому что они такие, точно. Ну ладно, идем на плац, да, похоже, я вчера знатно перепил. Мне уже стал сниться сон во сне. Сначала мне приснилось отряд 99, то, что я снайпер совсем с ума посходил. Потом мне приснилось то, что я капитан, а, блин, вообще, конечно, сон конкретный. Вот это, конечно, даю люлей, блин, о май гарбл. Ну ладно, давайте слушать плац, послушаем, что нам скажут и посмеемся, не знаю, не посмеемся. Может быть, нас будут хвалить, а может быть, нас и не будут. A few moments later. Короче, все, собрали плац. Честно сказать, вообще без понятия, что будет. Много гвардии достаточно. Я что-то даже не понял, откуда столько, ну ладно. Тут у нас, смотрите, какие-то необычные ребята. Что-то все у нас сержанты. Я смотрю, только один рядовой, или там еще что-то плохо видно. Но я смотрю, у нас тут уже все такие блатные чуваки. Ну окей. Сейчас нам, в общем-то, надо будет ждать нашего главного и слушать, что он нам будет говорить. Внимание, клоны. Внимание, клоны. Сейчас начнется ваша порка. Последние дни вы очень плохо себя показывали. Каждый, что командиры, что любой состав от рядового до офицерского. Вы максимально плохо себя показывали. 501, та же гвардия, использовали того массива как коня или тому подобное. Каждый из вас в чем-то плохо себя проявлял. Не понял. Без нытья, без всего такого. Мы каждого... понижаем на одного звания, командиров снимаем и все ваши заслуги аннулируем. Что, блин? Я чё тоже в шоке. За что? Чё, поверили, я ж пошутил. А ты шутник, блин. Да, такая же реакция у меня была. Это розыгрыш. Это пранк был, ну блин, это понятно. Сегодня же, ребят, 1 апреля, с 1 апреля у вас, мафака. А вы чё думали, что это будет трейлер, что ли? Ну ладно. С 1 апреля, так сказать.
Какой нахрен 99-й отряд? Я только недавно привык к гвардии, лучше бы ты стал генералом гвардии, а не 99-м. Сделай типа это все сон, а на самом деле ты в гвардии, хочу видос. Да, спасибо за идею, спасибо. Отто, скажу честно, херня какая-то. Первая серия была нормальной, а дальше как будто режиссерский понос начался. 11 лайков. Так, 12 человек, которые поддержали эту идею. Вы что, с ума сошли, что ли? Блин, ну вот зачем было проплетать 99-й? Лучше бы в гвардии остался. Да почему вам так не понравился 99-й? Я не пойму. Мы старались, разработчики его добавляли, там писали, взламывали сервера Пентагона. Отто, хочу сказать, можешь по Ж играть как обычный игрок, а не супер челика, который из обычной гвардии стал в бракованную партию. Вообще, я был никогда не был обычным челиком, я всегда был клоном, но хорошо, окей. Сорян, но я не могу смотреть это видео до конца, мне слишком стыдно за охотника и снайпера. Вообще-то снайпером был я. Ну, окей, я понял. Бунт! Отто, давай назад в гвардию, а то в КПЗ тебя посадим. Именно поэтому это и был сон. Потому что Джон Клейфор запугал меня слишком сильно. Но это не точно. В общем, мои дорогие ребята, к чему это все я? Это не к тому, что там висит оружие, забить. Это все к тому, что, конечно же, поздравляю вас с этим веселым праздником, 1 апреля. Надеюсь, вам очень сильно понравился наш розыгрыш. И вы его оценили. В правом верхнем углу, кстати, можете проголосовать, понравился он вам или нет. Мне лично он понравился. А они патрулируют, эти трое ребят? Так точно, да, они патрулируют. Ну я вижу, какой-то у них нездравый интерес. Видите, оп, бегом. Раз-два. У нас патруль? У нас патруль. Мы знаем, что у вас патруль. И не надо об этом кричать на каждом углу, ребят. Мы все в курсе, что вы патрулируете, и вы занятые ребята, мы знаем. Какие-то странные ребята кричат зачем-то, что они патрулируют. Ну-ка, что у нас там за воротами, мне интересно глянуть. Ну, пока ничего нет. Ух, какие же красивые края у нас, однако. Вон наша башня, видишь, там даже кто-то стоит. Да, там на посту у нас один боец. Интересно, а ты можешь его вызвать, проверить? Он там вдруг заснул. Да я по биноклю вижу, что он там шевелится. Ну-ка, он шевелится разве? Ну-ка. Это уже административное отдел, у них очень много писанины, поэтому не будем его просто так отвлекать. Ну да, пусть работает парень. А ты слышал такую песню? Я календарь переверну. Нет, не слышал. Я не любитель ходить по барам республиканских. Буду честен, я любитель тот еще. Еще слышал такую песню? Владимирский Централ. Ну слышал же, да? Да, это слыхал. Крутили бойцы у нас в казарме. Может споем? Из меня плохой певец. Да из меня тоже, ну давай споем. Владимирский Централ. Не, подожди, надо вместе. На счет три. Раз, два, три. Владимирский Централ, ветер. Почему ты перестал петь? Из меня плохой все-таки певец. Ну ладно, хорошо. Так, ребят, мы находимся на нашей летней кухне. Давайте глянем, может, видео, новости какие-нибудь. Здравствуйте, это Алексей Навальный. Он идет, вырубай быстрее. Спалит сейчас. Ну, в общем, новости, как всегда, одни и те же, а мы здороваемся. Здравия желаю. Здравия желаю. Необходимо пройти, я получил наводки. Наводки от курсанта? Интересные новости. Давайте глянем, что там, да, давайте. Ваш приказ о том, что расставить бойцов на патрули и на посты, я выполнил. Да, это было, это правда было, так что... Вон, кстати, эти ребята пришли, так что это правда, Командер Фокс, повысьте дорбу до генерала. Так что, ребят, давайте, пишите в комментарии, повысь дорбу, и его обязательно повысите, поверьте мне, так оно работает всегда. Это точно. Ну вот и все, два брата-акробата встали в строй, и теперь мы будем слушать нашего Фокса. Наводка, что на базе повторная яичка запрещенных веществ. Точные личности еще не были установлены. Также, какой легион? Есть несколько подлежащих. Строить всеобщую блокировку базы, либо... Поочередно быстрый регион. Предлагаю проголосовать. Сэр, я считаю, что будет разумно, если по одному подразделению приводить в КПЗ и осматривать, потому что если объявим всем, то могут спрятать. Я считаю так же. Поддерживаю. По-моему, у них нет выбора. Победила республика, поэтому вызываем поочередно, начиная с уведомления. Что? Кто победила? Ладно, забейте, ребят. Ну, в общем, мы с вами встретимся, когда все ребята придут, и мы их будем обыскивать. Это будет долго. Зачем я на это согласился? Ну, в общем, скоро мы с вами увидимся. 328.
Ребят, вы, наверное, будете в шоке, но я стоял базарил с рядовым, с дорбой, и что думаете? Нам прислали РК... РК босса, мафак из Дельты. Кого-кого, но... босса я тут вообще не ожидал увидеть. Ну, в общем, вскоре мы с вами увидимся. Его, кстати, пригнал Фокс, так что да. Сейчас мы будем работать, следить за ребятами. Ну, я приступаю, да? Я тогда приступаю? Ну, да, я приступаю. Ложиться, давайте, ложитесь. А, конечно, конечно. Да-да-да. Так, давайте ноги и руки в растопырку, тело прямо и не шевелитесь, не дрыгайтесь. Сейчас я буду, ребята, ирпешить, вам это лучше не видеть. С ножками все хорошо. Конечно. С этим тоже все отлично. Так, я не понял, а чего вы смеетесь? Мы серьезная организация. Да, я понимаю. Я слышал просто, когда РФ нравится, когда до них докасаются. Хорошо. Так точно. Шлем снимите. А, что, шлем? Встать, чтобы снять шлем. Разрешите мне встать? Да. А, спасибо. Че, ну горай, я не пойму. Красивый снял шлем. Красиво сняли. Потрогал голову. Голова вроде чиста. Все, одевайте шлем и туда. В общем, ребят, вы как-то примерно поняли, что и как. Теперь это самое. Сейчас он встанет, и я буду так же делать всем. Так что да, будет весело, я думаю. Сейчас он наденет шлем, и будет все красивенько. Сейчас будем трогать ваше лицо на наличие каких-либо чипов подозрительных. Не лицо, а внутренность шлема. А. Секунду. Дайте мне свой шлем. Я вам лицо потрогал, надо было шлем. А вы ждите, давайте снимайте шлем, вы ждите. Ну, мне понравилось, когда вы потрогали мое лицо. Я знаю. Ваш шлем чист. Я его чищу каждый день. Я не сомневаюсь. Ну что ж, давайте сюда ваш шлем. Опаньки, а тут у нас нелегал. Лейтенант Дорба у нас тут нелегал нашелся, смотрите-ка. Вот этот рядовой вроде безобидный. Идемте, покажу вам его в шлеме. Вот, смотрите, вот там шлем. Вот тут вот слева есть что-то. Я сейчас за ним схожу, вы посмотрите. Идемте сюда, рядовой, идемте. От вас я такого не ожидал, идемте. Вот лейтенант Дорба, вот этот самый, я не знаю, как его назвать, шалун, что ли. Вас понял. Можете отдать ему шлем. Я забрал уже оттуда все нелегальное. Сейчас я с ними разберусь. Вот, держите шлем и будьте тут, сейчас с вами разберется лейтенант Дорба. Лейтенант, а что делать с здоровыми клонами? Все, можно отпускать, в принципе, вы всех переловили. Давайте похвалим их. Вы молодцы, бойцы, вы не начали употреблять то, что делали ваши товарищи, так сказать. Я отражу это в отчете командования. Наркотики убивают. Пойдемте, я вас отпущу, я дам вам все ваше снаряжение, которое было у вас забрано. Все, давайте, молодняк, бегом, молодняк, давай. Здоровенькие клончики. Дипер, 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 там самый первый, твоего же звания, так что он не молодец. Реально, что ли? Да, мы братья лейтенанты. Так... Извините, не молодняк, извините. Ой, давайте, ребят, пока. Хорошие люди вы, клоны. Ой, классные чуваки. В общем, я подошел к этому притону сброду наркоманов, воров и контрабандистов. Как вы могли? Как вы могли употреблять наркотики? Зачем? Для чего? С целью? Ну что ж, бро, если тебе понравился данный ролик, обязательно поставь свой смачный лайк, а также подпишись на канал. А с тобой, как всегда, был твой любимый Ото, увидимся в следующем видосе.